Футбольные обновки в гардеробе Папы Римского, блокбастер от Билла Клинтона и огород Меланьи Трамп. Об этом в нашем обзоре. Экс-президент США Билл Клинтон дебютирует в кинематографе. По его книге снимут триллер. Роман под названием «Пропавший президент» еще даже не появился в продаже. Но право на его экранизацию уже выкупила кабельная сеть Showtime. Книгу экс-президент пишет в соавторстве с известным писателем Джеймсом Паттерсоном. Обещает рассказать о тех деталях политической жизни, о которых может знать только глава государства. Первая леди США засучила рукава. Меланья Трамп вместе с несколькими местными школьниками взялась за огород Белого дома. Посадили лук, капусту, морковь и шпинат. Эти грядки остались Меланье в наследство от Мишель Обамы. Та была сторонницей здорового питания. В качестве рабочей формы жена миллиардера и президента Дональда Трампа выбрала рубашку за $1000. В ожидании Брекзита британский актер Колин Фёрт получил паспорт Италии. Таким образом, даже после выхода родной страны из Евросоюза он сможет пользоваться всеми привилегиями европейца. Супруга Фёрта итальянка, у их сыновей тоже итальянское гражданство. От британского паспорта оскароносный актер не отказывается. Теперь он обладает двумя гражданствами. В кино Колин Фёрт прославился своими ролями истинных англичан. Обновка в гардеробе Папы Римского в подарок от президента Перу. Он получил форму национальной сборной по футболу. Глава католической церкви – страстный поклонник футбола. Подарок символичен еще и потому, что в начале октября команда Аргентины, родины Франциско, встретится с футболистами Перу в отборочном турнире чемпионата мира. Пока гром не грянет, туристы на Бали продолжают загорать и купаться, несмотря на объявление наивысшей степени опасности на острове. Вулкан Агунг на грани извержения. В последний раз это случалось в начале 60-х. Тогда погибли более 1000 человек. Из района возможного извержения уже эвакуировали около 10 тысяч туристов. Идут на рекорд. В Индии создали самую высокую статую богини Дурга. Это одна из самых популярных богинь в иудаизме. По одной из версий, она супруга верховного бога Шивы. Обычно Дургу изображают в виде десятирукой женщины. Но в этот раз решили обойтись двумя руками. Скульптуру смастерили из бамбука, и высотой она с десятиэтажный дом. Эта статуя должна войти в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая скульптура из бамбука в мире.